Простите, что опоздала. Как мы и боялись, Архимон со своими стражами ужаса уже идет к вершине. Они вот-вот будут здесь. 10 000 лет назад мы, ночные эльфы, одержали победу над Пылающим Легионом. Хотя во всем мире воцарился хаос, мы жили в мире и спокойствии под сенью мирового древа. Мы — защитники древа. Оно питало нас своей энергией, отводило от нас смерть и давало нам власть над природой. Пришла пора вернуть этот долг. Ты понимаешь, что мы будем стареть так же, как эти смертные. А со временем лишимся и власти над природой. Если гордыня застилает нам разум, любовь моя, значит, мы живем уже слишком долго. Я организую оборону на вершине горы. Что бы ни случилось, помни, наши чувства вечны. Слушайте меня, ночные эльфы! Настал час расплаты! Если вы прикроете наши позиции и поможете войсками, мы с Тралом задержим Архимонда. Смелый план. Похоже, я недооценивала вас, чужеземцы. Да хранит вас Элуна. К оружию, братья и сестры! К оружию, храбрые орки и люди! Сумерки сгущаются, и враг ждет нас. Приветствую вас, ребята, на канале Роли Гейм Онлайн. С вами Росси. Мы заканчиваем прохождение The Elves в Warcraft 3 Reforged. Это 7-я глава, и это завершающая глава в этом прохождении. Значит, наша задача — удержать войска Архимонда в течение 45 минут. Сначала у нас... Тиранда. Мертвецы начали отстраивать новый лагерь. Рано или поздно они нападут на наших союзников. Вот. У нас есть в помощи Орда и Альянс, соответственно. База сначала идет Альянса, потом идет база Орды, которая нам помогает в этом. Мы сейчас сразу попытаемся немножко укрепить Альянс для того, чтобы с помощью Джайны и ее войск обороняться. Так, ну у нас пока деньги есть, так что можем себе позволить это все. Базе союзника нужна помощь. Уже пошли первые. Первая волна нежити. Нежить наступает. Высылайте подкрепление. Как мне нанести удар? Я готов. Архитектор Роман. Закалим дождь. Да будет. Чем дольше мы сможем их удерживать на чужих базах, тем лучше. Потому что потом все-таки будет наша база страдать. Также у нас есть возможность нанимать нейтралов здесь, ну то есть наемников, которые будут у нас на службе. Но как по мне, это очень дорого стоит, поэтому пока попробуем своими силами. Тоже на крайний случай, если будем не справляться, то... Я готов. Так, ну эти светлячки уже идут в расход сразу. Так, маны. Един с природой. А ну, дура. Да будет так. И мощное зелье исцеления. Так, лучники на подходе. Здесь поставим один лунный колодец. Ну,
лунный колодец для того, чтобы подхиливаться. Ребятки, если вы еще не подписались на канал, обязательно это сделайте. Также оставляйте свои комментарии, лайки, дизлайки. Всегда все читаю, вы знаете, отвечаю по возможности, но практически всегда отвечаю. Ну и, конечно же, подписывайтесь на Patreon. Так, возьмем немножко улучшений. Здесь еще, наверное, светляков туда давайте. Потому что скоро начнется великая битва. Так, мои любимые дриады. Если честно, они мне больше всех нравятся. Так. Я слышу голос Луны. Давай еще. Есть у них тут лекарь. Жрец. Пускай подлечивает. О, уже пошли. Стражи ужаса. Это уже пожестче. Прокастами со всей темой. Давайте заультуем. Тяжелая потеря у нас, но мы отбились. Главное. Ранда даже качнулась немножко. Так, что тут у нас? Есть еще подкрепление. Да все, Тиранда, завязывай с тем ультом уже. Давайте еще. Интересно, надолго будет кастовать? Дурында такая. Так. В принципе, у нас тут уже отряд собрался. Стоять на месте. Нет расходов у нас, а то что-то так разогнался. Думаю, сейчас еще низкие расходы. Ну, гиппогрифы. Не знаю, есть ли от них смысл. Базе союзника нужна помощь. Опять врыв. Это сейчас будет банши вселяться. Может, и не будут. Лича сливайте. Под магической защитой. Ему это не поможет. Есть, немножко отбились. Еще, наверное, может здесь поставить поближе. Нет, наверное, будет сторожевое дерево. Слушаю. Богиня зовет. Это все? Нет, не все. Вот еще. Ну, ребята, уже 5 минут держим. О чем шумят деревья? Я слышу голос. 6 минут уже хорошо. Так, так, так. Где тут? Сделаем вот так, и теперь мне нужно сюда 6 светлячков поставим, вторую базу, сразу, чтобы было больше доход по деньгам. Так, Малфурион. В принципе, мы туда и Малфуриона можем отправить, нам с нас ничего там не угрожает. Так, опять урыв. Мне считаю, надо сразу сливать. Стражев ужаса. Это вроде уже третья волна, которую мы отбиваем. Да, покромсала она знатно. Так, дерево жизни расти. Ну а ты, Малфурион, уже сюда пришел. Я един с природой. Исследование завершено. Богиня зовет. Так, ладно, пока наша казарма занята, давайте тогда туда дриад хотя бы. Потому что нужно пополнять, что тут у нас осталось уже фигня.
Осталась фигня, тем временем опять врыв на нас. Причем ледяные змеи. Которые могут замораживать здание с полным грейдом. Да, кстати, ты пока едь туда. Тащи. Разорвала ее на части. Тем временем у нас уже остался только один гиппогриф и два героя. Я к тому, что высаживаемся мы очень быстро. Так, почти. Дриада уже побежала первая. Так, сюда можно. Так. Пока так. Но мне кажется, Альянс будет более слабее в плане защиты, чем Орда. С Ордой будет повеселее, поинтересней. Конечно, может иметь смысл сделать вот такой финт ушами. Где-то вот здесь поставить, чтобы оно ближе было. А, все, оно же автоматом оплетает. Я готова. И, наверное, мы знаете, как сделаем. Мы сразу здесь базу поставим. Так, туда парочку дошлем. Так, пошел врыв. Причем такой неплохой. Блин, тут деревьев рядом нету, что ли? Вот так получше будет. Кастуй, подруга. Малфурион, лечи всех. Герои слили, всех посливали. Ну, нормально. Ну, очень даже ничего получилось у нас. Всех подлечили, всех спасли. Так, там дерево почти уже. Тут есть. Давай сюда. Пятерых. Так, 100 запасов хватает пока. Можем не скупиться. Я готова. Кто смеет угрожать нашим лесам? Лич. Давай, беги туда. Беги, беги. Есть. Ну, пока легко мы их сдерживаем. Хотя прошло только 15 минут. А. Рыцари они все-таки. Не только рыцаря. Да будет так. Так. Деревяшки, вы все равно стоите. Идите, сделайте там. Наведите шороху. Так, а ты... Давай сюда. Будем укрепляться еще. Так, тут готово. Есть такое дело. Дриад. Хочу. Какие-то огрызки сюда пришли. Так, а где Малфурион? Что-то там спрятался. Я еще не поставил. А, все правильно. Вот он бежит, светляк. Как я люблю природу. Я готова. Богиня зовет. Кто смеет угрожать нашим лесам? Вперед. За Калимдор.
кастую сразу хил. Пошел там каст такой жесткий. О, Асгалор пришел с нами драться. Свиток маны на всякий случай. Давайте, давайте, ледяного змея. Теперь Асгалор остался, сейчас мы его во все дыры. Банши, блин, опасные такие. Такая тема. Не успел. Не успел. Все, банши вроде убрали. Сразу некроманта, чтобы он не вызывал. Все, теперь добиваем. Есть, отбились. А, он воскресился. Что-то совсем забыл. Что он так может делать? Так, пока у нас есть немножко времени. Но потом, ребятки, они попрут таким количеством, что его невозможно будет отбить, и придется все равно эту базу, я думаю, оставить. Как бы мы ни укреплялись, как бы мы ни старались, но... Так что потихоньку, я думаю, будет резонно потихоньку уже укреплять и орков. Вон, смотрите, какая толпень идет, смотрите. Конца и края им нету. Кастуй. И ты кастуй. А, вот и все, ее кинули в стон. Сейчас еще фура упадет. Будем его вытаскивать с того света. Призовем немного этих. Тиранду сразу в сон кинули. Сбили ульт. Джайна он тоже во сне стоит. Так что не зря я уже решил укреплять орков. Потому что это не точно, но скорее всего мы сейчас упадем. Джайна куда-то улетает, не знаю куда. Это надо добить. Так, ребятки, вы уже здесь. Богиня, укажи мне путь. Базе союзника нужна помощь. Наши воины вступили. Видите, опять пошла. Мы еще не успели отбиться толком от первой. От первого замеса, как уже пошел второй. Это нам не поможет. Так, надо их уводить. А ты что тут стоишь, тыщи? Все, Джайна упала. Надо теперь успеть вывести. Ну, в принципе, 17 минут, 18 продержались. Малфурион пал. Хорошо, что здания эти все готовы, но, видите, все пока печальненько складывается. Собираем здесь тогда.
Все. Я слышу голос Луны. Я готов. Успокойся. Так, у нас зато куча денег. Базе союзника нужна помощь. Вставай и дерись. Мне нравится твоя храбрость, смертная. Если бы все твои сородичи были похожи на тебя, мне было бы гораздо приятнее истреблять вашу презренную расу. Я вижу, вы демоны, не умолкаете. Малфурион, покажи свою силу. Или ты способен только прятаться за спинами смертных? Малфурион пока не может помочь. Смотри, какой поворот. Мертвецы построили новый лагерь. А ну, Архимонд, ты что, хочешь драться? Как у него тычка, интересно. Архимонд. Ого. Я люблю природу. Да, его не победить. Так вот, Малфурион пока не может... Базе союзника нужна помощь. Ответить, потому что он в таверне. А вот и он. Я един с природой. Согласен. Так, у нас... Я к чему? У нас много... У нас много уже стало денег. Так что мы можем купить себе, к примеру, свиток исцеления. Свиток... Даже и зелень уязвимости есть. Возвращение не надо, но зелье маны, наверное, еще. Но по пути мы зайдем сюда. Наймем там ребятушек. Так, давайте сюда еще светляков. Много светляков не бывает. Так, тут фонтан, можно будет подлечиться. Я люблю природу. Нет, подожди, стой. Ты же сюда пришел. Они за нас. Эти ребята с нами. Так, легкий воин дальнего боя, темный жрец, берсерк, высокие расходы. А, мне ж колодцы, блин, поразбивали, точно. О, уже он первая вылазка уже на нас идет. Они такие бронированные, что ли, или что? А, все, пошел урон, а то что-то вижу. Самое главное, что орки нифига не встревают. А могли бы. Да будет так. Потом поешь. Так. Вас тогда мы поставим на этот фронт. Так, этот есть. Давай сюда еще. Здание готово. Сюда. Я слышу голос Луны. Богиня зовет. Что угрожает этим землям? Так, а потом они будут прорываться здесь, да? Надо сразу готовиться. Не дать им разбить это. Отлично. Наши воины вступили в бой. Здание готово. Блин. Не спасло. Ну опять же, сейчас это все терпимо, потом как попрут. Я так думаю, что это на определенном тайминге завязано. То есть пройдет определенное время, а не как он. Вон еще уже пачка собирается. Неужели сон притупил мои чувства?
Исследование завершено. Ну, денег хватит пока. Здание готово. Так, 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 давайте мне парочку. Так. Кто смеет угрожать нашим лесам? Может, ворваться с ними и подраться здесь? Но я тут без пушек буду. Во имя Кинария! Наши воины вступили в бой. Я готов. Здание готово. Ашетора. Да, тут драка пожестче получилась. Ну, может, орки уже выйдут? Да, наемники слабоватые. Здрасте, Трал, ты проснулся? Я тут уже хрен знает сколько воюю. Наглецы. Да будет так. Так, еще тут у нас вот. Я готова. Кто смеет угрожать нашим лесам? Исследование завершено. Я един с природой. Там орки постами отбиваются. Ну вот у них, кстати, очень хорошо получается у орков. Намного лучше, чем у людей, я же говорил. Разберутся сами. Так. Да, ей, наверное. Зелье маны. Я слышу голос. Наши воины вступили в бой. Богиня, укажи мне путь. Слушаю. Мало, мало, мало. У меня опять низкие расходы, поэтому поехали. Так. Давай мне еще. Еще надо башен, еще башен. 20 минут осталось. Держать их. Так, ну все, значит, этот фронт мы оставляем оркам. Устрал со своими ребятами разбирается. Мы постараемся перекрыть вот эту часть. Так, стражи ужаса уже вижу. Это, значит, массовый стан или массовый аргуля. Далеко здесь не едь. Жду приказа. Но опять же, я только что потратил ульт. Немедленно. Сразу надо сливать. На аргуль. Афурион, хватит уже. А орки даже и не вышли, ну нормально. А нафига. Так, еще. Здание готово. Что произошло? Я слышу голос Луны. Такова воля богини. Богиня, укажи мне, что путь. Случилось в наших лесах? Все очень плохо в наших лесах. Я тебе так скажу. Приказ поняла. Богиня зовет. Ну, а что ты? Как я люблю. Ни хрена не делаешь. Драконы. Ашетора.
Все равно Малфурион не вытягивает их даже под ультом. Как бы он ни хилял, но не выдерживает. Урон сильно большой, походу, идет. Кто смеет угрожать нашим лесам? Укажи. Все, что у нас осталось. Богиня зовет. Так, ты иди сюда. Ты ее полечи. Как она подойдет? На расстояние. Здание готово. И беги по бифов, короче, всех буду, денег хватает, буду сейчас всех там штамповать. Почини. Почини. Я готов. Привет. Что случилось в наших лесах? Привет, мой свет. Походу стильно застроился, уже пройти нельзя. Как я люблю природу. Да, они уже фиг знает каким маршрутом обходят. Здание готово. Я готова. Здание готово. Так, стрелки где идут. Во имя Луны. Нормально, взял только что какую-то хрень закастовал. Пятнадцать минут, так сейчас, походу, начнется. Такова воля богини. Что произошло? Я слышу голос Луны. Блин. Че застанили? Тиранда во сне. Сейчас походу воскресится. Или нет, но это не тот. Да будет так. А, гиппогриф. Точно, это ж они могут только бить. Блин, это медолучницы. Это мне нужны лучницы, для чтобы оседлать гиппогрифа. Ой, не дриады. Да, это тоже нужны. Даже пару медведей возьмем. Это все, кто у нас тут остались, да? Так, гиппогрифов тогда сюда. Я вся внимание. Укажи мне путь. Ни слова больше. Идите, хорошо. Оседлайте этих гиппогрифов. Я слышу голос Луны. Я люблю природу. Жду приказа. Вот, так бы мы просто сейчас смогли бы эти башни расстреливать сверху. Там он медведей можно понанимать. Аж это роман.
Приказ поняла. Привет! Твой ход. Как я люблю природу. На крыло. Я слышу голос Луны. Ну и что там, что тебе мешает в жизни пройти, блядь, туда? Ну вот эта хрень точно переродится. Я за это говорил, что он возродится. Вперед к небесам. Приказ поняла. Твой. Так, все. Гиппогрифов мы всех оседлали. Что случилось в наших лесах? Аж это роман. 12 минут. Тем временем осталось удержать. Кто смеет угрожать? Так, скачи сюда к твоим дружочкам Фурболгам и, наверное, возьми их. К нам в нашу пати пару таких, то подумаю, что война закончилась, и мы даже их и не взяли. Я един с природой. Спящий пробудился. Батрак, кстати, мог бы еще пойти наши деревья починить. То есть беру, они не хотят. Неужели сон притупил мои чувства? Как ты смеешь? Я прилетел. А ну дура. Возьмем с собой еще деревьев. Богиня зовет. Закастуем. Ну, он там трав ворвался. Еще хорошо, что у него Торрены живы. А еще и гиппогриф, он же, я за них совсем забыл. О чем шумят деревья? Я за них и забыл. Охотно. Неужели сон притупил мои чувства? Может быть, может быть. Не, гиппогриф мне же нафиг не надо. Потому что под них надо лучниц брать. Сразу сюда собирайтесь. Девять минут. Сейчас должны пойти волны такие огромные. Рейдж лютых лад. Кто смеет угрожать нашим лесам? Я готова. Аж это роман. Кстати, этот же шаман, он может щит молнии кидать. Я базе союзника считаю, помогаю на все 200%, а вот что-то союзник не очень. Наше время не стало. Слишком просто. Стреляй. Будем пытаться разрушить катапульты, чтобы они сдалека не стреляли. Солью тиранду. Да. Тиранда пала. Мне тут уже и деревьев неоткуда брать.
вышел. Жалко, ты все проспал. Уже сразу вторая пошла волна. Вторая волна пошла. Малфорион, уходи. Это не твоя война. Ни маны, ни хрена нету. Орки, держитесь, заразы такие. Ну, Трал еще жив. Деревья мои, конечно, подбиты конкретно, но... Нет расходов. Хватает, можно ее улучшить. Я слышу голос Луны. Так, Малфорион, ты там сильно битый. Мазуй туда, к футболгам нашим друзьям. Найми их и сюда. Я слышу голос Луны. Ой, бежит этот дурачело, который может сон кидать. Повелитель ужаса. Ульт у меня есть, но, наверное, мне нету смысла его использовать. К сожалению. Потому что сразу в сон. Это мы уже плавали, знаем. Смотрите, как они издалека разбивают, блин, строение. Так, Малфорион. Я хочу. Малфорион придет с детьми природы. Помощь. Пока его подругу тут пытаются по кругу пустить. Трал еще жив, это главное. За Калимдор. Базе союзника нужна помощь. 4 минуты, 5 минут. А ну, дура. Я слышу голос Луны. Сейчас опять пойдет. Толпа собирается. Да будет так. Богиня зовет. Что здесь? Тут только остается делать так, потому что дальше уже отступать нельзя. Здесь строить нельзя. На новый рудник я вас не пошлю. Кстати, у меня там тиранда подбитая. Ну, как-то так только. Так-то так, 3 минуты. Угостите даму сигаретой. Сигарета тлеет 3 минуты.
Рда, ты не хочешь драться? Вот так вот я тебе тут друзей привел. Тоже сильно охеревшие. Так, мой Фурион, раздуй. А, тут у меня вот еще есть немножко. Ребята, я их не использовал. А лимит на них потрачен. Хиляй, Малфурион. Это где? А, нормально хиляет. Ну, тупанул, ребята, тупанул, с кем не бывает. Так, все. Все, трал упал. Восстанавливаем ее. Меняем пункт назначения. И все, хватит кастовать, Малфурион. Давай сюда, всех нанимаем. И готовимся к последнему бою. 2 минуты. Ну, я думаю, выстрою, конечно, но... Дерева не хватает. Неужели сон притупил мои чувства? Базе союзника нужна помощь. Ах, как что я люблю угрожает природу. Этим землям? Чего надо? Я готов. Наточил я, заточил я свой топор. Больше древесины. Ну, давайте. Базе союзника нужна помощь. Базе союзника уже ничего не поможет. Хочешь топор? Кого убить? Я готова. Ух ты, светлячок. Огонек. Духи предков полетел. Базе союзника нужна помощь. Орки. Вы оказались жалкими слабаками. Не понимаю, почему Монород так долго с вами возился. Мы сильнее, чем ты можешь себе представить, демон. Если нам уготована смерть, пусть будет так. По крайней мере, теперь мы свободны. Этот ничтожный щенок сумел укусить меня. Неужели больше некому сразиться с легионом? Слишком просто. Если бы я знал, что смертные настолько слабы, я бы покорил этот мир еще много веков назад. Минута 20. Базе союзника нужна помощь. Базе союзника уже ничего не поможет. Я готова. Жрица, мертвецы построили последний лагерь. Их армия растет с каждой минутой. Что-то не так. Да ладно. Богиня зовет. Ну что, ребята, последний бой, но тут 50 секунд. Я думаю, 50 секунд мы выдержим. Ночные эльфы, куда подевался тот яростный пыл, с которым вы когда-то сражались? А, ну так это он тут сам идет, конечно. Неужели сон притупил мои чувства? За Калимдор. Ашетора. Не так, что это честно, что по нему урон не идет. Да не, все, мы уходим. 8 секунд. Не хочу даже расстраивать пацанов, что мы ему навалять не можем. Ну, расскажи лучше это моим деревьям. Похоже, победа опьянила Архимонда.
Когда он наконец заметит ловушку, будет уже слишком поздно. Наконец-то. Путь к мировому древу свободен. Смотрите, как умирает ваш мир. Последний час пробил. Чужеземцы держались до последнего. Тебе удалось подготовить оборону вершины? Да. Теперь победа точно будет за нами. Древо залечит свои раны, как и весь мир. Все принесли свои жертвы. Люди, эльфы и орки, забыв былые распри, они объединились против общего врага. Сама природа восстала против тьмы, и тьма отступила. Я вернулся сюда, чтобы в последний раз направить этот мир и показать, вам больше не нужны хранители. Судьба будущих поколений всегда была в руках смертных. Я же выполнил свое предназначение и теперь займу место среди легенд. Вот такие вот дела, ребята. Спасибо всем, кто был на протяжении всех этих видео вместе со мной. Мы закончили прохождение Warcraft 3 Reforged за эльфов. И далее у нас следующая кампания. Это Ужас с морей, кампания Стражей. Ну, а это уже будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока и до скорых встреч.